Приветствую всех. С вами Сергей Качерин и Алан Плат. Алан, are you here? Hey, Serge, how you doing, my friend? Hi, buddy. Great, awesome, awesome. Nice morning. Payday morning. What can be better? Payday morning, the 15th. Nice way to wake up. Я, значит, немножко перевожу. I will tell from myself, you know, just. Это отличное утро, друзья. Многие из вас получили сегодня свой пассивный заход ежемесячно, чем вас поздравляю. И сегодня у нас очередная школа от Алана Плата о том, как строить свой бизнес в сетевом маркетинге. Эта школа называется «Презентинг», то есть презентация, как правильно презентовать свой бизнес, чтобы строить быстро и его строить, в общем-то, большим, огромным бизнесом. То, что, в общем-то, мы показываем на своем примере, используя те навыки, которые, о которых будет сейчас говорить Алан. Алан, to you. Okay, thank you, Sergey. Good morning, good afternoon, good evening, everybody, wherever you're based around the world. I'd just like to say thank you for your time on this presentation today. Доброе утро всем вам, доброе время суток. И хочу сказать спасибо всем тем, кто присутствует на этой презентации, на этой школе. I appreciate you all, and today we're going to be working on a small section based on presenting. И сегодня у нас будет небольшая секция, небольшой сегмент наших тренингов, и в этом сегменте мы уделим внимание вопросу презентации бизнеса. What we're doing is we're breaking some of the key skills down into different training modules. Что мы делаем, это мы разбиваем ключевые моменты ведения бизнеса на модули, на те блоки. Вот сейчас это у нас третий блок. Те, кто не видел первый и второй блок, посмотрите, они есть в записи. Okay? The first training module was building your list and finding prospects. Первый модуль – это было построение своего листа и как найти интересующихся в бизнесе. The second training module was how to invite those prospects to see a presentation. Второй модуль – это как пригласить тех, кого вы нашли, чтобы они посмотрели презентацию. Which leads us on to the third module – presenting. И вот эти первые два модуля нас приводят к третьему модулю о презентации. Как презентовать. So basically, folks, the key when you're presenting your opportunity to your prospects. Ключевые моменты, которые вы должны понимать, когда вы представляете свою бизнес-возможность тем, кто может заинтересоваться. Is that we act more as a consultant, somebody more like a tour guide, as an example. Мы должны выступать как консультанты, скажем, для примера, как человек, который занимается, как туристический гайд, который проводит экскурсии. What we've got to try and do is remove ourselves from the message. Что нам нужно сделать, это убрать собственное я из этого сообщения, которое вы приходите к человеку. So if you think like a tour guide, they point people in the right direction. Если вы думаете о человеке, который занимается, значит, этими турами, да, тур-гайд, то он старается направить человека в правильном направлении. So basically what we try and do to give an effective presentation to the prospect. И что мы должны, о чем мы должны думать, это дать наиболее эффективную презентацию тому человеку, который может заинтересоваться. Is something that's very simple to do. И это должно быть максимально просто. We connect the prospect to our tools, our events and our outlines. Мы направляем человека к нашим инструментам, нашим мероприятиям и к нашим спонсорам. So basically, if someone's actually talking to a prospect, there's some key points that they need to remember. И если, когда вы говорите с человеком, вы должны помнить ключевые моменты, We've already done the list, we've already done the invite. У нас есть лист из тех людей, которые мы хотим пригласить, и мы уже пригласили, мы сделали, то есть первую часть, вторую часть мы отработали. So there's some key points we've got to remember whenever we're talking to a prospect. И ключевой момент, который мы должны помнить, когда мы говорим с какое бы время мы ни говорили с этим интересующимся человеком. We should always be pointing them
to a magazine, a website, a video, introduction to our call. So the words we use is like directing them to places. We're not giving the message. Значит, здесь вот очень важный момент, что мы не направляем сообщение на себя, скажем так, мы не те, кто является сообщением, мы направляем человека на, допустим, веб-сайт, мы направляем человека на какую-то запись, на журнал, на какой-то ивент, который есть онлайн. То есть мы убираем личностное из, вот это, из этого направления, скажем так, из презентации. Because in reality, in our profession, it doesn't matter what works for one person, it what matters is what duplicates for the many. И в нашей профессии это не важно, что работает для одного человека, важно то, что дублицируемо, то, что можно дублицировать. Give you an example. Sergey is an amazing presenter. Вот, для примера, Сергей прекрасный презентер. He could present to anybody. Он может делать презентацию для любого человека. But having a system in place that enables people 5, 10, 15, 100 levels deep is important. Но создать систему, которая будет, скажем, не зависеть от твоих личных способностей, а система, которая будет дублицироваться на многие уровни в глубину. So that's where the video. So that's where the videos of our presentations, whether it's in Russian or whether it's in English, are tools we use to present the opportunity. We don't do it ourselves. Это очень важно, потому что вот именно вот эти инструменты, видео, какие-то мероприятия и так далее, это то, что дублицируемо, то, что не зависит от личности человека, который хорош или плох, но у него есть, так сказать, и подобные инструменты, которые работают для всех. И вот это является дублицируемым эффектом. Now, if someone's experienced and they wish to do their own presentation using the PDF, that's fine. Если у кого-то есть опыт, кто хочет использовать презентацию, чтобы сделать свою презентацию в PDF, да, пожалуйста, нет проблем. But if you use the videos, anybody can pass on a link. Но если у вас, допустим, видео, то есть вживую, не обязательно делать вживую, но если есть видео, используйте видео, потому что это любой может сделать, просто послать эту ссылку любому человеку. And our videos are factual and correct and compliant. Sorry? Our videos are correct, factually and compliant. Допустим, наши видео по бизнесу, они корректны и соответствуют всему то, что есть в компании, то, о чем говорит компания. And we always say what the reality is. We don't overhype things. Because we know some videos on the internet may be misleading for people, so we keep our system correct. В нашей ситуации мы не делаем из наших сообщений, видео там, или на мероприятия хайп. То есть мы не говорим о том, чего нет, мы говорим всегда о том, что корректно и что есть на самом деле. So it's very important to duplicate the right message. И это очень важно, чтобы дублицировать правильное сообщение. So in presenting, the idea is the tools do the work for us. Презентация очень важна, чтобы инструменты работали для вас или за вас. It could be when we're out of lockdowns around the world. И когда мы были в локдауне, то есть когда мы были закрыты по всему миру. We'll go back to doing live events where the presenter passes the message to the audience as well. В этот момент мы были онлайн, но сейчас мы, допустим, будем переходить к режиму свободному, и мы начнем делать живые презентации, когда уже презентер будет вести презентации вживую на публику. So the principle again with presenting as part of your invite is inviting people to see someone else do it. И часть того, что вы должны делать, это пригласить людей, чтобы они посмотрели, что делают те люди, которые знают, что делать и вносят информацию правильно. What we all need to do is bring our enthusiasm and strong posture on the company. Что мы должны сделать, это привнести свой энтузиазм и уверенность в компании, в это сообщение, любое сообщение. But let the third-party tools do the rest for us. Но когда мы принесем энтузиазм, все, что я говорил ниже, то давайте, чтобы инструменты остальное доработали за вас.
Okay, it's also quite important for all of us. И также это важно для всех нас. To try and work on our own individual short testimonial or story. Это очень, я повторяю, важно поработать над своей собственной личной короткой историей. Because part of the system that we show involves three-way calls. Потому что часть нашей системы, которую мы показываем, включает трехсторонний звонок. So I'm going to give you a few bullet points that you can write down. Я вам дам несколько таких ключевых моментов, которые вы должны записать. So after this presentation, try and work on a testimonial for yourself if you haven't already got one. После этого нашей презентации попробуйте создать для себя, поработайте над таким вот такой историей вашей в бизнесе именно для того, что или если он у вас есть, или поработайте над ней. These are important. For example, at live events, we often get people up to give a testimonial. Это очень важно для живых презентаций, когда мы часто вызываем человека на сцену, и они рассказывают о себе и своих успехах в бизнесе. Also, on webinars, sometimes we invite guests on to say a few words and give their testimonial. И также на вебинарах мы приглашаем гостей, которые выходят онлайн и рассказывают о своем опыте, своих успехах. So if you think about it, this is part of the presentation of your opportunity to your prospects. И если на это смотреть, то это часть презентации, вашей презентации, очень важная часть вашей презентации для других людей. So the stronger your story is, the чем более ваша история интересна и чем более такая strong, сильная, the greater message we can pass to the prospect. То тем более такое великолепное сообщение вы можете послать тем, с кем вы разговариваете. So some of the key points to include within a testimonial are самые важные моменты, которые надо включать в свое вот это сообщение о себе. Where are you from? Откуда вы? What your background is? Кто вы, чем вы занимались? И чем вы занимаетесь? Things you didn't like about your past. Что вам не нравится в вашем прошлом и в настоящем? Or perhaps issues you're having at that time. Вот именно на конкретное время сейчас. Или что вам не нравилось. How the company has come to you and how it's come to help you. Как компания пришла к вам и как она помогла вам. And how you feel now, maybe how it's improved. И какое ваше ощущение сейчас, как вы улучшили свое состояние, как вы обновились, скажем так, участвуя в компании. I'll give you an example. Я предоставлю вам пример. My name is Alan Platt. My name is Klausus. Меня зовут Alan Platt. My original background was property and architecture and martial arts. Я архитектор и занимаюсь недвижимостью, а также занимаюсь боевыми искусствами. Although I did very well in the architecture profession, I worked very hard. Я имел успехи в архитектурной профессии, но я работал очень тяжело. Long hours and I didn't see much of my children. Очень большое, много времени потратил на работе и практически не видел свою семью, своих детей. So I wanted to change something and I came across И я решил что-то поменять, и я нашел the amazing profession of network marketing. Прекрасную профессию, сетевой маркетинг. And about a year ago I got a call from a friend of mine from Sweden. И около года назад мне позвонил мой друг из Швеции, who introduced me to this amazing company. Который представил мне эту потрясающую компанию. I flew to Sweden to meet the founders. Я полетел в Швецию познакомиться с основателями компании. It was a small company at that time. В то время это была еще небольшая компания. But we saw the vision of what they wanted to create. Но мы увидели их видение, что они хотят сделать. So we decided to align with the company and go to work. Мы решили присоединиться к компании и начать работать. And a year on now, the results have been absolutely amazing. И через год мы достигли великолепных успехов.
The company has had huge growth around the world, millions of members. Компания растет потрясающе по всему миру, уже около больше 10 миллионов человек. And we now live the laptop lifestyle, spend as much time with my family as I want, and work from beach to bedroom. И я сейчас веду жизнь мечты, провожу время, очень много времени с семьей, и такая вот фраза интересная, делю время между пляжем и домом. Beach to bedroom. Okay, folks, that was just an example. Это просто пример. But the principle was people can relate to somebody's situation where they want more time with their family, they might need more money to pay rent or mortgage or put food on the table. И ну, это принцип, но вы можете посмотреть в этом принципе, что многие люди, которые послушают вот то, что сказал Алан, они увидят себя, что у них, может быть, проводят мало времени с семьей, допустим, нет денег, очень тяжело работают и так далее. Такие вот крючки, скажем так, так называемые психологические крючки, которые позволяют вам встать на одну ногу, на одну доску с тем человеком, с кем вы говорите. It also shows, especially when you've got a few people doing testimonials. И особенно когда несколько человек делают вот эти вот такие вот заявления. There's people from all backgrounds. Эти люди с разными историями. People from all professions. Из разных профессий. People with so many different reasons why to join our company. С различными причинами, почему они присоединились к нашей компании. And people with many different results. И люди с огромным выбором результатов, набором результатов. For example, we've seen how people have improved their lives buying cars and houses and paying off debts. Мы видели очень много людей, которые покупают машины, дома, выплачивают свои долги. So within testimonials, we're also pointing out issues people may have, but then offering a solution. И в своих вот этих вот выступлениях мы всегда говорим о тех моментах, которых мы компания может помочь. Showing how it's worked for many people. Делать решение, которое может, вот у вас какие-то есть проблемы, и мы это, об этом говорим, и если человек слушает, это, у него такая же проблема, то компания является решением для его проблемы, чтобы он это понял. Окей. Okay. And then we can show how it's worked for many people all around the world. И мы можем показать, как это работает для множества людей по всему миру. So it's very, very important. И это очень важно. To be the messenger, not the message. И очень важно, как Рэнди Гейдж сказал, надо быть посланником, а не посланием. Again, the third-party tools are providing the message. Инструменты, которые вы используете, они предоставляют сообщение. We just talked about learning how to tell your story as well, but also do it in a way that makes the prospect curious to want to learn more. И учитесь делать вашу историю таковой, чтобы тот, с кем вы говорили, он был заинтересовался заинтересован в том, чтобы узнать больше. As an example, if you're in a conversation with somebody, и для примера, если вы с кем-то говорите, and someone asks you what you do, и кто-нибудь спрашивает, что вы, чем вы занимаетесь, I'm working with the fastest growing company in the digital space in my sector. Я отвечаю, что я работаю в крупнейшей цифровой компании, которая работает онлайн в крупнейшем секторе, сегменте. In fact, our company's hit 10 million members in a real short time, and that's never been done before in our profession. И фактически компания, которая достигла 10 миллионов человек в кратчайшие сроки, что не было сделано никогда в нашей профессии, чего не было никогда в нашей профессии. And I help people make additional income around what they do with very low risk. И я помогаю людям достичь доходов с вот тем, чем я занимаюсь, в очень короткое время, с минимальным риском. Again, that's just an example, but that could create curiosity with someone who then says, what do we need to do? Yeah, это очень такой, это, кстати, скажем так, пример того, что
можно сказать, но вот этот пример, он может подвигнуть человека на то, что он может сказать, да, мне интересно, я хочу знать больше. So the principle is be prepared. Have an idea of things you want to say. Be scripted. Have it off your own individual stories. So people can't tell you what that is. You just create your own. Вы должны быть приготовлены, вы должны создать свои истории, вы должны создать несколько вариантов истории, подумать, посидеть, пописать, скрипты так называемые, о том, что вы будете говорить и как вы будете говорить, чтобы действительно быть подготовленными к любому развитию событий и сделать так, чтобы человек, с которым мы говорили, заинтересовался том, чем вы занимаетесь. So we basically have a very simple tour. У нас очень простой тур. We show people the website or the videos. Мы показываем людям веб-сайт или видео. When they've seen them, we follow up. И когда они это смотрят, мы дальше последуем за ними, то есть мы с ними делаем созвон и and спрашиваем. After that, we can do a three-way call if required. После этого мы делаем трехсторонний звонок, если это нужно. So I'll give you an example of the information I sent to somebody. Я вам предоставлю пример информации, которую я посылал кому-то. So once we've done the invite and someone's interested to see a presentation. Когда мы пригласили кого-то и человек заинтересовался посмотреть презентацию. I send the company video. This is Crowd, which is only a few minutes long. Я посылаю человеку короткое видео, это крауд, у нас оно есть, три минуты, это крауд муви. So effectively the company are giving a bigger picture because the video is very well presented. И действительно компания дает больше обзор, и это видео, оно прекрасно, оно дает больше, оно прекрасно презентует компанию. They see the quality of the video. Люди смотрят качество этого видео. But often people want maybe some more information. Но очень часто люди хотят больше информации. So what the main presentation to the prospect is, for example, my presentation in English, Sergey's presentation for the Russian speaking market. Что дальше мы делаем? Мы посылаем уже полную презентацию, допустим, Алла презентацию или мою презентацию тому человеку, который заинтересовался. So if you think the main presenting is done by the videos. И если вы смотрите на это, то основную презентацию берет на себя видео. Our stories and testimonials create the curiosity and rapport that people can also relate to what we say. Наши истории и успехи, они вызывают интерес у того человека, чтобы, как вы говорите, чтобы посмотреть то, чем мы занимаемся, уже в форме инструментов. Our next training module. Наш следующий модуль is actually follow-up. Это модуль, вот тут написано follow-up, это модуль, как далее последовать, как дальше, если человек все посмотрел, so we're gonna go давали, значит, что дальше делать с этим человеком и как с ним говорить. So we're going to go into a lot more detail on what to do, how to do a follow-up correctly. И в этом модуле мы больше поговорим о том, как правильно делать, что делать, как это использует этот звонок. But for me, the presentation section is quite a shorter training module. Для меня презентационная секция это короткий модуль. Because the reality is the tools do the presentations for us. Потому что в реальности инструменты делают презентацию за нас. Or your upline leaders does a live event or a live webinar. Или наши топ-лидеры делают живое мероприятие или онлайн мероприятие. And the key, the more people you get to see a presentation on a weekly basis within your group. И ключ есть в том, что чем большее количество людей придет от вас, чтобы посмотреть эти презентации. The greater opportunity you have for your group to grow, therefore your income to grow. Тем больше у вас шансы для роста вашей структуры и для роста ваших доходов. Like a footballer. Как футболист. If he doesn't take a shot, he doesn't score. Если он не сделает удар, он не забьет гол. He might take 10 shots, miss with 5. Может быть, это займет 10 ударов, и он промажет 5 раз. And he may score with 5.
И он забьет 5 голов. It's the same principle. The more you invite to see a presentation, out of those who see it, some will join, some won't. И это ключ к тому, чтобы расти вашу команду. И чем больше вы пригласите, тем больше вероятности, что кто-то кому-то понравится, кому-то не понравится, но кому-то понравится. That bit we can't control. Эту часть мы не можем контролировать. What we can control is how many people we invite and how many people we present to. Что мы можем контролировать, это сколько человек мы пригласим и с каким людям мы дадим информацию. So I think it might be a good challenge or a good goal for people on this presentation. Я думаю, что это будет хорошая цель для тех людей, которые сейчас на этой презентации. To maybe set a weekly goal for this next week until next Saturday. Записать свои цели до следующего, поставить свои цели до следующей субботы. Of how many people you personally want to run through a presentation on a daily basis for the next 7 days. И цель заключается в том, сколько людей вы пригласите ежедневно на презентацию, вот сколько вы хотели людей пригласить на презентацию ежедневно, чтобы, ну, достичь успеха. And it's based on people you actually physically talk to. И это должно базироваться на тех людях, с которыми вы персонально поговорили. Because you can't do it just based on calls you make. Потому что вы это можете делать на базе звонков, которые вы сделали. Because if somebody says, I'm going to ring 5 people, если кто-то скажет, я позвоню 5 людям, if they ring 5 different people, but no one answers the phone, и эти люди не ответят на звонок, does that mean job done that day? То имеет ли это смысл и работа, ну, по сути, работа не сделана, потому что 5 человек не ответило. So люди, которые ответят на ваши звонки, и вы их персонально пригласите. So it's based on actually speaking to people to get a presentation. So maybe write some goals. Maybe you want to have 2 people, 3 people, 1 or 4. Everyone knows their own time. И, может быть, это будет... Напишите реальные цели. Может быть, это будет 1, 2, 3, 5 человек, которым вы позвонили конкретно и пригласили на презентацию. Of how many people actually see a presentation a day. Это именно сколько людей посмотрит презентацию в этот день. That you personally invite. Которых вы пригласили. If you had 3 people a day for the next 7 days. Если у вас, допустим, 3 человека в день, то на следующие 7 дней. That would be 21 people you've invited who've seen a presentation. Это будет 21 человек, которых пригласили посмотреть презентацию. Let's say 50% say yes, 50% say no. Давайте 50% скажут да, 50% скажут нет. You would have around about 10 new level ones. И примерно у вас будет, допустим, 10 первых уровней, те люди, которые пойдут под вас. Now imagine if you duplicated it with those new people and your existing group. Представьте, что если вы будете делать то же самое с этими вновь прибывшими и с вашей уже существующей группой. Amazing momentum can happen. Вы представляете, насколько вы можете взлететь в бизнесе? So, folks, the key is be the messenger, not the message. И, друзья, ключ есть такой, что вы должны быть посланником, а не посланием. And, folks, let's make every day count. И давайте ценить каждый день. It's all about prospecting. И все о том, что мы должны приглашать людей. A day of work now is a week's holiday down the line. День, который вы отработаете сейчас, это неделя вашего отдыха в будущем. Enjoy the journey, everybody, and have fun while you do it. Получайте удовольствие, что вы делаете, и любите то, что вы делаете. So that concludes today's training module of presenting. I'd like to thank, you know, my brother Sergey, you know, known for so long. На этом наш модуль закончен. Хочу сказать спасибо моему брату Сергею, которого я знаю очень долго. For inviting me on this training call today. И спасибо ему за то, что он пригласил меня на этот звонок. And I appreciate Sergey's great leadership and many people on this call's leadership. Я очень горжусь тем, что у нас есть такие лидеры, которые участвуют на этом звонке, и в том числе и Сергей. Yeah, it's my pleasure and honor to be working together, all of us together as one family, one team. И это классно, что у нас мы работаем одной семьей, одной командой.
And I'm looking forward at a time when the world gets to back to more normality, so we can fly together and travel and do tours around many, many different markets, Russia, Kazakhstan, Ukraine, many different areas. И я жду того момента, когда в мире станет поспокойнее, когда снимут эти все ограничения, мы сможем путешествовать по всему миру, делать тур в России, в Казахстане, в Украине, в многих других странах. So until then, please use the tools, use the videos. До этого момента, пожалуйста, используйте инструменты, используйте видео. And I look forward to talking to you all again, whether you watch this live or on a recording, when we will cover follow-up. И я жду вас на следующем модуле, когда мы будем как раз говорить о том, как далее действовать после презентации, как последовать, то есть как, что делать с тем человеком, кто уже все посмотрел и все уже знает. Which is a very important module, because, as they say, the fortune is in the follow-up. И это очень важный модуль, потому что будущее именно в этом модуле. Искусство, продолжение разговора с тем человеком, которого вы уже сделали все, значит, все провели всю презентацию. So on that note, folks, thank you very much for your time. Enjoy the rest of your day. And Sergey, thank you, my friend. We'll catch up soon. Take care, everybody. На этом большое спасибо всем вам. На этом я заканчиваю. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Thank you, Alan. Thank you, Mikey. You're welcome, sir. Take care. Speak soon, my friend. Bye-bye. Bye-bye. Всем всего доброго. До свидания. Прекрасных выходных. Но каждый день это идет вам зачет. Один день – это в будущем неделя выходных. Всего доброго. До свидания. С вами был Сергей Качерин и Алан Плат.